Сегодня во всем мире отмечается День семейного врача. В столице республики в этот день состоялось открытие межрегиональной научно-практической конференции врачей общей практики Приволжского федерального округа, в которой принял участие глава Чувашии Михаил Игнатьев. Чувашия был одним из первых регионов, где институт общеврачебной практики получил свое развитие. И по сей день за опытом и знаниями приезжают сюда медицинские работники из разных уголков страны. Создание института семейной медицины является одним из направлений социальной политики государства, направленной на оздоровление населения, создание условий для роста рождаемости, укрепление семьи, обеспечение семейного благополучия. На этот раз врачи общей практики, врачи-терапевты, врачи-интерны, студенты медицинских факультетов, всего около 400 человек, обсуждали наиболее актуальные вопросы семейной медицины в аспекте борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такая конференция прошла впервые, и в ней приняли участие медицинские работники Чувашии и других регионов – Кировской области, Москвы, Казани, Нижнего Новгорода, Республики Коми и Мариэл. А врач общей практики, семейный врач – это сложная специальность. Она включает в себя многообразие форм работы с пациентами. Эта конференция направлена на получение полезной информации, которая поможет врачу в организации его деятельности. Ассоциация Института совершенствования врачей общей практики постоянно проводит различные занятия по повышению квалификации, многопрофильные семинары и собрания. Именно в таких форматах обсуждается многообразие работы семейного врача. Семейный врач, коих у нас сегодня с вами 525 в республике, является первым, главным, именно в первичном звене. Именно вы первыми приходите на помощь тому, кому трудно, особенно на селе, особенно в глубинке. Специфика работы семейных врачей такова, что, наблюдая несколько поколений одной семьи, они могут спрогнозировать появление того или иного заболевания и принять действенные профилактические меры. По сути, в их руках здоровье всей нации на много лет вперед. Татьяна Леонтьева, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов. Республика.